были страшные головные боли, боли в шее, резкие скачки давления, перенес инсульт, сильная утомляемость, были боли в шее, в голове, головокружение, тошнота, ноги сводило. Врачи приговорили. Сейчас вот уже целый год, я уже забыл об этом. Всем привет, меня зовут Денис, мне 48 лет. Процедуру коррекции первого шейного позвонка у Сергея Смолякова провел уже где-то больше года назад. До этого были страшные, скажем так, головные боли, боли в шее, резкие скачки давления. Сильное ухудшение здоровья началось после 37 лет. То есть перенес инсульт и постоянно находился в наблюдении врачей. Два последних года обязательная госпитализация у меня проходит два раза в год. Много посещал, значит, массажистов, костоправов. Но результатов особых никаких не давало. То есть с этой проблемой уже врачи приговорили, сказали, у вас просто остеохондроз, и никаких вопросов нет. Это уже возраст, это старость, вам нужно с ним смириться и жить дальше. Уколы, массаж, таблетки. Вот случайно в интернете вот напал на вот эту процедуру коррекции позвонка. Ну, естественно, как сначала не поверил. Но так как уже, как говорится, испробовал все, что можно было испробовать, решил эту все-таки проблему изучить. И вникнув в эту, как сказать, в изучение данной процедуры, пришел, что она действительно имеет какие-то результаты. И как-то это все было хорошо и доступно обосновано. И вот решился на эту процедуру. Приехал, как обычно, ко всем врачам с кипой своих бумажек, снимками, с заключениями врачей, показал Сергею. Сергей посмотрел на снимок МРТ и, улыбнувшись, достал свою методичку, вот там какое-то методическое пособие вот по коррекции шейного позвонка, и приложил мой снимок к наглядному пособию и показал: Денис, у вас классическая схема. Вот, то есть я действительно посмотрел, что на снимке, что у него в книжке вот про это было, абсолютно одинаковое расположение вот этого скривления шейного позвонка. До этого я, кстати, обращал на эту проблему, спрашивал у врачей, говорю, вот мне кажется, что как бы, ну, у меня тут что-то сдвинуто, и по ощущениям я ощущаю, что мне как-то что-то не так в шее. Они говорят, ну, это ерунда, это у тебя все остеошейный хондроз, и с ним живи, пей таблетки, режим дня соблюдай, массаж и прочее. Ну, проведена была, короче, коррекция, после которой буквально сразу, через 5 минут, как только она была закончена, я ощутил себя совершенно новым человеком. То есть перед тем, как ехать, я живу сам в Костроме, узнавал по телефону, а смогу ли я поехать обратно. Мне сказали, вы улетите, но я не поверил, поэтому еще взял человека с собой с правами, чтобы скорее уехать. Вот, ну, если что вдруг пойдет не так. Но доехал так, что даже не заметил никакой усталости. Обычно, ну, как бы у меня работа связана с длительными поездками по другим городам. Сильная утомляемость, были боли в шее, в голове, головокружение, тошнота, ноги сводило. Сейчас вот уже целый год я уже забыл об этих проблемах. То есть они ушли. То есть изменилась походка, изменилась осанка. Вот раньше за компьютером много времени провожу. Как-то вот все время сутулился, ну, как все компьютерщики, кто за компьютером сидит. Сейчас вот даже мне вот так сидеть неудобно, когда я вот начинаю сутулиться. До процедуры были сильные, как бы, падения, наблюдалось сильное падение зрения. То есть на момент, когда я приехал к Сергею, у меня уже для ближнего чтения было плюс один. Обращался я к окулистам, они говорили, что у меня проблемы в основном связаны с сосудами головного мозга, и потому что даже, ну, как сказать, когда делали массажи, как бы зрение улучшалось. Сейчас у меня зрение улучшилось с плюс 1 до плюс 0,75, то есть, потому что плюс 0,1 я уже даже не могу надевать, у меня начинает как-то голова болеть и глаза начинают ломить, то есть. Что еще? И походка изменилась. Раньше как-то западал на одну ногу. Вот после процедуры вышел, пытаюсь пойти и чувствую, что, ну, как нога должна провалиться, а она не проваливается. То есть, что еще в лучшую сторону улучшилось, то есть стал ощущать вот именно, как сказать, боли от шейного остеохондроза, с которым живут люди. То есть раньше думал, ну, то есть если взять по общим ощущениям, то где-то 50% болей за год у меня точно уже ушли. Этой зимой отметил очень интересную вещь, то есть как бы
в последние годы, 2-3, сильно стали мерзнуть ноги на морозе, руки. В этом году, хотя и зимы у нас были холодные, всю зиму проходил, так сказать, в летних ботинках. То есть, в общем, как сказать, в эту процедуру сам до конца не верил. Прошел через нее, потому что уже, как говорится, был на грани отчаяния, как говорится, хватался за любую соломинку. И, к сожалению, и да, не то, что не к сожалению, а к сожалению, людей, которые в это не верят. То есть у меня уже как бы и близкие, и жена сделали эту процедуру. То есть все счастливы, все довольны. Всем рекомендую. Спасибо. С нервами что-то совсем хреново. Видимо, перетерся последний. Я готов задушить любого. Окажись он в моей передней. Мне как-то бросило не в попад. Диетолог, соседка Зина. Ты ведь совсем не психопат. У тебя накопились токсины.